Почему печь в облицовке из камня – лучший вариант для русской бани? Вожделенная мечта многих любителей бани – это кирпичная печь, которая дает много тепла и много легкого пара. Но как ее осуществить? Ведь это довольно хлопотное мероприятие – построить в своей бане полноценную банную печь из кирпича. И сегодня мы поговорим об отличном готовом решении для любителей русской бани – печах в облицовке из камня. Кирпичная печь и печи в каменной облицовке схожи тем, что они обе могут и нагреть баню, и выдать много пара. Но у них есть ряд важных отличий. Первое. Материалы, используемые для их постройки. Понятно, что кирпичная практически целиком состоит из кирпича, а в печь в каменной облицовке мало того, что может быть облицована различными породами камней, так может иметь и различные типы топок и каменок. Например, в этой парной установлена печь Эверест с топкой из нержавеющей стали и закрытой каменкой, камни в которой прогреваются достаточно быстро и выдают отменный пар. А облицована печь плитами из пироксенита. Второе отличие – это разница в тепловых свойствах. Кирпичная банная печь имеет более высокую теплоемкость, она может сохранять тепло дольше, но и нагревается медленнее. Печи в каменной облицовке могут иметь более высокую теплоотдачу, хоть они при этом и остывают быстрее кирпичных печей, но зато быстрее прогреваются. Особенно это актуально для небольших домашних парных. Да и согласитесь, топить печь в домашней бане часами, ждать пока она выйдет на режим, то еще удовольствие. Третье отличие – дизайн и внешний вид. Кирпич придает печи более традиционный и рустикальный вид, который может быть привлекательным для тех, кто строит баню в классическом стиле. В то время как печь в каменной облицовке может иметь более современный дизайн с различными вариантами отделки. Каменная облицовка может придать печи более эстетичный, но в то же время натуральный вид. Современные методы обработки камня позволяют не только полировать поверхность, но и придавать ей определенную текстуру, наносить рисунки. Выглядят они просто невероятно. Камень также применяется разный – талькохлорид, змеевик, пироксенит, вариантов море. Но одним из самых главных отличий является то, что кирпичная печь тяжелее и сложнее в установке и монтаже. Нужны особые навыки проектирования, подготовки раствора и кладки кирпича, не говоря уже о том, что сроки постройки такой печи довольно длительные, в то время как металлическая или чугунная печь может быть и легче, и быстрее установлена. Ссылку на полное видео, в котором мы собирали облицовку подобной печи, я дам в описании и вот здесь. И, кстати, не забудь подписаться на канал. Да, мало кто на этапе выбора печи думает о таких вещах, как уход за печью и ее ремонтопригодность. Печи в облицовке здесь вне конкуренции. Заменить деталь, вышедшую из строя, или элементарно почистить печь можно всего лишь разобрав облицовку. Благо она собирается как конструктор. Наконец, цена. Она также отличается. Кирпичная печь для бани выходит более дорогой, чем стальная или даже чугунная печь в облицовке. Но, независимо от выбора, обе печи создают комфортную и расслабляющую атмосферу в бане. Они дают возможность получить много легкого пара и мягкого обволакивающего тепла, то есть то, что привыкли называть русской баней. Итак, друзья, преимущества современных банных печей в облицовке очевидны. За сравнительно небольшие деньги они могут подарить своим владельцам те же самые эмоции, те же самые ощущения, которые подарила бы кирпичная банная печь. Именно сейчас у топовых производителей в ассортименте огромное множество модификаций печей в облицовке на различные объемы парильных помещений и различного дизайна. Познакомиться с конструкцией таких печей вы можете в розничных магазинах сети Фарнак в городе Новосибирске. Там же вы можете выбрать для себя подходящий дизайн. Ну а полный ассортимент печей в облицовке вы можете найти на сайте farnax.ru. Ну а я с вами на сегодня прощаюсь. До новых встреч. Легкого вам пара. Счастливо!